Только развалины там такие. Внизу развалины такие. Да. Живописные. Мне ребята, ну, дочка приехала с зятем, были в Донбайе, там тоже такая же вещь. И вот их предупредили, ну, там одного, он одиночник, предупредили, говорит, вот сюда не летай, там, говорит, гнездо орлиное. Ну, он полетел, завис. Вот. Ну, завис над орлом, я имею в виду, ну, как бы, посмотреть. В общем, закончилось тем, что ему порвало ногу. То есть этот товарищ орел, защищая гнездо, вцепился в ногу. Вот, и человек закончил тем, что... Ну, они тоже его любят. У меня зять с дочкой занимается. Вот. И, говорит, закончили тем, что человека увезли серьезные, говорит, порывы. Даже за баранами следят, потому что они баранов подают, что молоденький барашек еще легенький. То есть он его спокойно подъедает, да? Да, он его хватает, кидает, ну, сопливо, и потом, да. Когда он вниз скатится, там уже готовое мясо. Высота большая. Ну да. То есть он его сбивает, а потом уже где-то доедает, да? Ну, получается, когда вот так пойдемте по взрывам, по камням, там его таким образом приготовят. Ну да, даже как они черепах в Средней Азии ловят и сверху на камни бросают. Озеро внизу такое рукодельное. Это озеро, это резервуар для электростанции. Создает давление. То есть где-то здесь электростанция? Да, это нижняя. То есть они. Да, то есть это как будет. По трубам, да, идет дальше. Потом, да, по трубам она идет, Понятно. А я думаю, что за резервуар такой непонятный. Восьмерок, 54 года.
финансов проблема тоже. Наши же не могли во Вьетнаме летчиков обучить. Проблема. Куда не приезжают, я не приезжаю за них. Да, ну вот ну, то же самое, этот, раса это одна с китайцами. Да, и проблемы вестибулярного у них серьезные. Да, да, это, ну, это факт, реальный факт. О, водопад красивый. Далеко, правда? Кажется, далеко, правда, километр, наверное, 5-7. Ну да. Ну, там же за рыжие палатки, что ли, взяли? Ну, кошара называют. Да, смотри, как накрыло эту верхушку.